This conference will now be recorded. Итак, друзья, всем добрый вечер. Приветствую вас на семинаре по Laravel. Мы начинаем. Пожалуйста, поставьте плюсики, минусики, как меня слышно, видно. Все хорошо. Можно ли стартовать? Жду от вас плюсиков. Угу. Евгений с нами, Дилшот с нами, отлично. Ну что ж, вы все являлись слушателями специалистов какое-то время. Я смотрю, тут есть часть моих студентов текущих, я вас всех рад приветствовать. Сегодня мы поговорим про Laravel. На самом деле этот семинар предваряет наш курс по Laravel, который начинается 17 января, если мне не изменяет память. Да, 17 января. Это очень классный курс популярного фреймворка Laravel. И чтобы дать вам какое-то основное представление о том, что это такое, нужен вообще этот курс или не нужен, чтобы вы могли для себя решить, мы решили провести вот такой маленький 45-минутный обзорный семинар по Laravel. Какие-то прям очень-очень основные вещи про него рассказать, ну, чтобы было ясно, двигаться вам в это направление или не двигаться. С чего вообще хочется начать? Что такое Laravel? На сегодняшний день Laravel – это самый популярный бэкэнд-фреймворк вообще в принципе в мире. Вот, давайте попробуем это увидеть. Например, вот в браузере, если что-нибудь такое вбить, я думаю, то бэкэнд-фреймворк 2020. Нам сразу Google говорит, что Laravel на первом месте, обогнав таких монстров, как Ruby on Rails, Flask и так далее. Вот, в принципе, даже если куда-то тут перейти, посмотреть тут везде, где-то будет Laravel. Везде он упоминается. Вот Laravel упоминается. Вот на этой странице Laravel упоминается. Он тоже на первом месте сейчас. Что значит, что он на первом месте? Это значит, что у него очень много скачиваний. Очень много людей им пользуются. Это тоже можно посмотреть, например, на GitHub. Там GitHub, Laravel. Зайдем на их страницу на GitHub и увидим количество скачиваний. И вы все немножко ошеломеете от этой информации. Потому что скачиваний у Laravel просто очень много. Смотрим, 104 миллиона скачиваний в этом году у Laravel. Все им пользуются, это действительно топ сейчас. Laravel основан на языке программирования PHP, поэтому подразумевается, что если вы хотите изучать Laravel, вы должны иметь представление о PHP. Специалисты, кстати, самые мощные курсы по PHP, вот, из тех, которых я знаю лично. Вот. Они, правда, хорошо сделаны и очень сильные преподаватели у нас в центре. Поэтому, какой может быть ваш путь к Laravel? Что нужно знать? Нужно знать, конечно же, основы PHP, которые мы проходим на первом курсе, и что такое ООП PHP. PHP на сегодняшний день полностью объектно-ориентированный язык, поэтому без ООП в PHP особо делать нечего. Вот эти первые два курса, а дальше можно, конечно, смело идти на Laravel. Если у вас уже есть эквивалентная подготовка, вы можете просто записаться на этот курс и там все узнать про фреймворк. Вот. Я перелистну на следующий слайд и немножко прям чуть-чуть расскажу, что такое вообще фреймворк и что такое Laravel. Итак, фреймворк – это вот что такое. Это набор библиотек и некая инструкция по тому, как надо делать свое приложение. То есть, грубо говоря, фреймворк нам устанавливает правила игры. Если сравнивать его с CMS, то CMS – это уже собранный конструктор. Ну, можно на примере Lego рассмотреть. Вы берете CMS, там, Bittrex или что-то еще, это уже собранный за вас конструктор Lego. Вам там надо всего лишь какие-то картиночки, может, прилепить на эти кубики, и уже все будет работать. Но! Поскольку это уже собранная вещь, она не очень поворотливая, они не очень быстрые, они не очень качественные, кстати, потому что они все достаточно старые и могут не отвечать вашим требованиям. А Laravel – это все-таки кубики. То есть это разобранный конструктор Lego, но это кубики. Вы можете из него уже собрать все, что угодно, как хотите, что хотите, любую логику прописать, бизнес-логику и так далее. Вот, потому что если бы не было фреймворка, то эти кубики вам надо было бы самим где-то искать, собирать по друзьям и так далее. Laravel – это уже готовые кубики и инструкция, какими пользоваться справа и так далее. Так вот, Laravel – это MVC фреймворк, а это значит, что он поддерживает разделение на модель, отображение и контроллер.
Это тоже очень популярный подход при создании веб-приложений сегодня. Laravel очень сильно упрощает работу с базой данных и созданием модели. Это основная боль PHP-разработчика работы с BD, потому что данные из BD надо как-то удобно доставать, надо их переобразовывать, бизнес-логику на них сверху накладывать и так далее. Laravel с помощью Eloquent ORM позволяет это очень удобно делать. Более того, в Laravel есть прекрасный шаблонизатор Blade, который позволяет создать прекрасные компоненты для ваших страничек. Laravel за вас также решает все проблемы авторизации, загрузки файлов и куча других проблем. А для тех, кто не знает, что такое MVC, я прям очень коротко, очень быстро постараюсь об этом сказать, потому что все же сегодня не наш семинар, он про Laravel. Предполагается, что какое-то знание PHP вы уже имеете. Итак, что такое MVC? MVC – это очень простой подход, который делит наше приложение на контроллер, на модель и на отображение. Что это значит? Отображение – то, что видит клиент, да, который зашел к нам на сайт, на наше веб-приложение. А модель – это некий код, который работает с базой данных. А контроллер – это как официант, который бегает между моделью и отображением и спрашивает, что куда отнести и принести клиенту. Вот. Если очень просто рассматривать запрос, реквест, да, то есть когда клиент приходит на наш сайт, то это запрос на этого клиента. Запрос попадает в роутер. Роутер определяет уже тот контроллер, который должен быть запущен, а уже контроллер уже решает, куда, за какими данными ему ходить в модель или какое отображение ему показывать. Вот. А если у вас будут вопросы, вы их, пожалуйста, накапливайте, и ближе к концу семинара я постараюсь на часть из них ответить. Можно будет мне их написать и так далее. Хорошо. У меня тут уже установлен Laravel, уже установлено PHP, уже все работает. Конечно же, конкретную установку Laravel мы будем рассматривать на нашем курсе уже. Как его правильно ставить, что надо сделать, чтобы он классно работал и так далее. У меня уже все стоит. И вот он крутится у меня здесь на сайте моем локальном, localhost. Никак, конечно, он пишет, что ничего не найдено. Вот Laravel мне уже заботливо говорит, а ничего не найдено, потому что я еще ничего не стал делать. Итак, если вы помните нашу презентацию, то все начинается с роутера, а потом попадает в контроллер. Отлично. Попробуем сделать главную страницу сразу нашего сайта, которая должна открываться при заходе на Laravel localhost. Для этого я открою свой редактор и прямо, наверное, все здесь закрою, буду выходить из нуля. Итак, весь мой проект находится вот здесь в папке shop, на самом деле, это все Laravel, я уже его предустановил. Больше ничего не делал, то есть здесь только все то, что Laravel дает мне из коробки, вот такую структуру проекта он мне сразу создает. Управление роутером и всеми путями происходит в директории root. Тут есть разные возможности управления, там API, управление каналами, консольное управление. Нас они сейчас не интересуют, мы их подробнее рассмотрим на курсе. Нас интересует самое простое – веб, работа с сайтом, с запросом на сайт. Итак, нам надо сразу же описать основной путь, который мы будем обрабатывать. Это очень просто делается в Laravel, мы вызываем метод get у класса route. И пишем сразу, какой адрес мы хотим обработать. Поскольку мы хотим обработать самый наш базовый адрес, то он выглядит вот так. Да? Просто слэш – это базовый адрес, который по дефолту открывается на странице. Далее мы должны в роутер передать что-то, что будет обрабатывать этот адрес. Начнем с самого простого. Мы передадим туда анонимную функцию. Да, в PHP есть анонимные функции, которая просто вернет нам, что ты на главной странице. Пока текст, будем идти последовательно. Давайте так напишем. Ты на главной странице. Я написал всего 3 строчки кода. Возвращаемся в наш браузер. Я перезагружаю страницу. И видим, что я на главной странице. Потрясающая магия. Laravel все уже за нас сделал. Итак, роутер у меня готов. Соответственно, наверное, можно вернуться к нашей презентации и увидеть, что дальше мы должны создать контроллер, который будет обрабатывать все запросы, которые попадают на главную страницу. Тут тоже нет ничего сложного. Мы открываем директорию app, HTTP, и в папке контроллер лежат все контроллеры. Нам Laravel по дефолту создал какой-то базовый контроллер, но он нам не особо интересен. Меня просят увеличить шрифт в редакторе. Очень спасибо, очень дельный совет. Давайте, конечно же, увеличим.
Конечно же, я это сейчас сделаю. Так, увеличиваем. Увеличиваем текст. Где-то это будет вот здесь. Editor, font. Да нет, очень дельный сайт 200, конечно же. Все должны видеть. Давайте сделаем 20-ку. Это я тут у себя локально все вижу на машине. Ну, лучше стало, нет? Или еще больше? Попробуем еще больше. Так. Ну, пусть будет... так, General, куда надо попасть? Code editing. Ну, пусть будет 30. Что-то почему-то ничего не хочет меняться. О, стало больше, да? Скажите мне, лучше видно стало, нет? Надеюсь, что лучше. Ага, ну хорошо, продолжаем. Итак, у меня уже есть роутер, мне надо создать свой контроллер. А вообще, Laravel предоставляет очень классный инструмент создания контроллера через командную строку, но, опять же, сейчас у нас нет времени об этом говорить, создадим контроллер вручную. Итак, это PHP-класс, который должен называться, например, в нашем случае это будет дефолт-контроллер, наш основной контроллер главной страницы. Дефолт-контроллер. Создали. Все контроллеры в Laravel, конечно же, должны наследоваться от базового контроллера, который называется Base Controller. Сразу у меня почему-то редактор не хочет подсказывать, как его найти, но ничего страшного. У нас же есть пример Laravelского базового контроллера. Мы можем отсюда взять namespace. Итак, подключили базовый контроллер, отнаследовали от него. И определим какой-нибудь метод, который будет обрабатывать наш запрос. Ну хорошо, пусть это будет также public function main, наш основной метод, который обрабатывает все запросы, приходящие на главную страницу. Он будет нам возвращать. Пусть тоже возвращает, например, строку. Ты из контроллера, чтобы мы понимали, что до контроллера дошел запрос. Хорошо, мы, конечно, это сделали, но если вернуться на нашу страницу, ничего не изменится. Там как была анонимная функция, которая обрабатывала запрос, так и остается. Значит, нам и надо вот здесь в роуте поменять. Теперь мы вместо функции хотим, чтобы контроллер обрабатывал все наши запросы. Ничего сложного в этом нет. Удаляем функцию и передаем сюда строку. Строка должна полностью вести к нашему дефолт-контроллеру. Вот в таком формате и использовать его namespace в том числе. Что такое namespace, можно узнать на курсе PHP и так далее. Это места, где хранятся наши классы. Так, что я тут сделал? Посмотрим. Default контроллер. Почти готово. Мне остается еще передать через собачку метод, который будет обрабатывать. То есть это метод default или main. Мы его назвали main, если я не ошибаюсь. Да? Давайте проверим, что в контроллере у нас тоже main. Да, метод называется main. Ну окей, и я надеюсь, что я все сделал правильно, и теперь при заходе на страницу мы увидим, что теперь уже в контроллер попадает запрос. Да, текст поменялся, контроллер обрабатывает запрос. Ну что ж, основу маршрутизации мы сделали, а теперь, как любой сайт, наш сайт тоже работает с базой данных. Все надо хранить в BD, оттуда доставать. И Laravel очень удобно нам позволяет с этим работать. А для того, чтобы начать работать с BD, надо, наверное, создать таблицу. И прямо сейчас на ваших глазах я это буду делать. А в Laravel есть очень много встроенных возможностей для создания таблиц, это миграции, различные другие функции. Но, опять же, сейчас это достаточно может быть сложно. Поэтому я создам таблицу с помощью PHP MyAdmin. Да, это такое приложение, которое позволяет очень удобно управлять всеми таблицами, которые находятся в MySQL. Сейчас я перейду на свой localhost, добавлю тут PHP MyAdmin и попаду туда. Увижу всю свою базу данных локально. И вот она у меня здесь. Тут у меня слева есть уже специальная, созданная для нашего проекта база данных Laravel, но там нет ни одной таблицы. И мне PHP MyAdmin предлагает эту таблицу создать. Ну окей, создадим очень короткую таблицу, там хотя бы из 5 колонок. Назовем ее Product. Product.
Пусть это будет таблица наших продуктов. Будем, например, делать с вами очень простой сайт одежды. Пусть будет одежда, почему нет. Итак, нажимаю Go. И мне предлагается описать нашу таблицу. И, конечно же, любая таблица должна содержать поле ID. Да? Это то поле, по которому в основном ищется что-то. Вот, оно, конечно же, автоинкремент. Для тех, кто не знаком с базами данных, это может показаться сложным, но автоинкремент – это такая штука, которая автоматически за нас устанавливает ID. Хорошо, что еще может быть у моего продукта? Ну, например, название. Самое простое – это название. Это текстовое поле, например, вот такой длины 255 килобайт. Что еще может быть у моего продукта? Ну, наверное, цена – это важное поле. И это с точки зрения MySQL decimal. Ну, хорошо, пусть будет decimal с двумя десятичными знаками после. Что еще может быть у моего товара? У него может быть описание. Описание. Описание – это текст. Описания может быть много. Ну и для красивого примера давайте, наверное, еще добавим сюда поле image, где мы будем хранить картинку нашего товара. На самом деле картинок может быть больше, это будут другие связанные таблицы. И вообще в реальном проекте, конечно же, структура будет очень более сложная, будет несколько таблиц, скорее всего. Но Laravel, что одна таблица, что 10 таблиц, очень удобно позволяет с этим работать. Чтобы сильно не усложнять наш пример, мы пойдем с одной таблицы. Итак, сохраняю. Сохраняю таблицу. Она создана. Это здорово. А раз она создана, давайте ее хотя бы там двумя-тремя товарами попробуем наполнить, чтобы нам было с чем-то работать. Переходим в таблицу. И видим, что она пустая. Нам надо туда вставить что-то. Хорошо. Ну, давайте далеко не ходить. Откроем браузер и вобьем что-нибудь сразу в интернет-магазине. Например, шелковое платье. Пусть будет шелковое платье. Прям у кого-нибудь сейчас зайдем. И возьмем это. Я не знаю, какой сайт. Ну, пусть будет сум. Пусть у нас будет дорогой магазин. Итак, так, мы переходим на страницу. Сума. Долго он грузится. Не нравится мне сум. Нет, сум нам не подходит, потому что долгий. Не хочу я с сумом работать. Ну, может быть, этот сайт будет быстрее грузиться. Ну, чуть-чуть быстрее. Атласное белое платье. Уже есть картинки. Великолепно. Ну, хорошо. Итак. Прям скопируем отсюда все назначения. Атласное платье в бельевом стиле называется. Оно. Без проблем. Так, заполнили. Атласное платье в бельевом стиле. Ну, цену выставим свою, там 300, например. Нам для примера это не особо важно. Так, какое-то описание можно у них отсюда взять или нельзя? У меня вопрос. Ну вот, можно есть какое-то описание, это здорово. Его мы тоже скопируем. Description. Ну и давайте картинку тоже прям просто возьмем URL отсюда. Копируем URL и вставим его сюда к нам в базу. Вот. Окей. Картинка есть, все есть. Одну строку мы создали в нашей таблице. Пока начнем с одной. Нам надо увидеть, что все работает. И что Laravel с этим успешно справляется. Сейчас в детали мы вникать не особо хотим. Итак, у меня есть таблица Products, и в ней есть целая одна запись. Целая одна запись. Это очень... две записи появилось. Ну, две записи, тоже неплохо. Что-то, видимо, проглючило при соединении. Ничего страшного. Ну, тогда я что сделаю? Просто переименую туда вторую запись. Здорово, будет у нас две записи. Пусть будет атласное платье в бельевом стиле номер 2. Тоже неплохо. Сохраним. Ну все. Теперь наша задача создать что? Создать модель. Да? Потому, модель это некий класс, который описывает наши сущности в базе данных, в данном случае нашу таблицу. В Laravel это очень просто делается на самом деле. Чтобы создать модель, надо всего лишь перейти в папку Models. Создать новый класс, который должен называться, это, кстати, важно, так же, как наша таблица, только в единственном числе. У нас таблица называется Products, значит, в единственном числе она называется Product. Отлично. Конечно же, он должен отнаследовать от какой-то базовой модели Laravel.
Extend model. А, тут в этот раз редактор мне подсказал. Вот, и сейчас может возникнуть вообще вопрос. Вообще может возникнуть вопрос, увеличу сразу шрифт. А что надо мне сделать еще, чтобы заработала моя модель? И в этом вся основная магия Laravel. Больше ничего делать не надо. Все уже работает. Этот паттерн называется Active Record. Мы подробнее о нем тоже поговорим на нашем курсе. Но вот таких строчек кода достаточно для того, чтобы начать работать с базой данных Laravel. Все, больше ничего делать не надо. Теперь в контроллере main я подключу нашу созданную только что модель на product. Product. И вызову у нее метод old. Посмотрим. Все, пока больше ничего делать не надо. Переходим на нашу главную страницу, обновляем. И видим, что, опа, данные из базы данных пришли. Вот уже 20 минут у нас идет семинар, и в них части рассказывал вам про Laravel. А мы уже можем тащить данные из базы данных очень быстро и безболезненно. Отлично. Это мы научились делать. Нам осталось создать с вами представление. Да? То, как это будет видеть наш пользователь. Представления в Laravel создаются с помощью шаблонизатора Blade. Это очень крутая, мощная технология. Вот. Сейчас мы очень простое представление создадим. Все представления должны храниться в папке Resources, папке Views. А тут есть какое-то базовое представление, которое Laravel для нас создал, так сказать, для примера. Но мы создадим свое. И назовем его, например, например, product. Да, у нас же все продукты должны где-то вводить. Product blade.php. И этого на самом деле достаточно, чтобы поработать с нашими продуктами. Теперь нам надо как-то передать все наши product из контроллера в Laravel. Как это сделать? Как это сделать? Laravel тоже за нас все продумал. Достаточно всего лишь вызвать встроенную функцию view, где передать название нашего представления. Без blade, без PHP. Просто вот называется products blade, значит сюда передаем product. Ничего сложного. Ну и передать надо как-то в этот product данные из модели. Это делается с помощью второго аргумента. Это массив, где ключи. Это значение. Вот так мы это сделаем. Итак, product all. Передаем в наше представление данные. Хорошо, давайте доработаем наше представление так, чтобы эти данные принимать. Напишем, нам на самом деле даже не нужен здесь PHP, а тег. Потому что шаблонизатор Blade настолько мощный, что позволяет использовать PHP-код внутри HTML, где угодно и так далее, используя соответствующие конструкции. Мы можем прям сразу создать здесь div, да, вот такой базовую вещь, написать привет, привет, ты на главной странице. Вот. И давайте сразу увидим, что к нам приходят наши продукты. А чтобы обратиться к какой-то переменной, которую мы передали из контроллера, да, вот здесь, с помощью второго аргумента сюда, используется вот такой синтаксис в шаблонизаторе Blade – это двойные фигурные скобки. Теперь я здесь могу просто обратиться к product, да, потому что здесь у нас был в контроллере, да, ключ product. И здесь тоже ключ product. И все продукты мы увидим сразу. Я увеличу даже, увеличу, чтобы всем было видно. Увидим на экране. Смотрим. Развернулись. Бум. Видите? Привет, ты на главной странице. Ну и дальше массивчик с нашими продуктами. Что можно сказать? Мы почти завершили. Завершили основу. Давайте каких-то стилей добавим сюда. Каких-нибудь основных базовых стилей. Я предлагаю использовать Bootstrap. Я надеюсь, все знают, что такое Bootstrap. Кто не знает, что такое Bootstrap, это CSS-фреймворк. То есть это готовые компоненты для создания CSS-HTML-страниц. Переходим на Bootstrap. Get started. Тут сразу можно его подключить с помощью вот такого линка у нас в хеде. Надо его просто скопировать, на самом деле, копии, и все.
Итак, поскольку это у меня HTML-страница, я могу создать базовую HTML-разметку. Прописываю сюда подключение Bootstrap сразу в хедере. Вот, ну и поставим как-то вот так это дело сюда. Давайте какой-нибудь возьмем стиль из Bootstrap, базовую разметку из Bootstrap. Давайте попробуем ее взять. Вот здесь можно это сделать, например, в layout. Ну, grid пусть будет. Да. Вот такая трехколодочная разметка нам подойдет. Скопируем код отсюда. Копируем код, ставим его сюда. Хорошо. Давайте сразу карточки создадим, какие-нибудь красивые. Bootstrap нам тоже позволяет создавать красивые карты. Здесь, например, карт. Достаточно неплохая карта для нашего примера пригодится. Копировали. А и вставили. Окей. Карточки тоже почти готовы. Итак, что нам осталось с вами сделать? Закрыть, во-первых, мой лишний удаленный диск. И пройти по массиву, да, продукт, который к нам пришел сюда в шаблонизатор. А шаблонизатор Blade позволяет очень удобно проходить по PHP-массиву с помощью вот такой конструкции. Показываю. Собачка. For each. Product. S. Product. Я там, по-моему, неправильно написал product, но сейчас мы все поправим. Product. S. Product. Все. Больше ничего делать не надо. Надо еще его закрыть. Цикл. Как обычный классический цикл в PHP. Это делать с помощью end for each. End for each. И давайте подставим теперь значение из нашей модели сюда. Итак, я сразу вижу, где можно подставить картинку. Подставим ее сюда. Так, картинка подставляется. Итак, у нас product. По-моему, поле с картинкой называется image. Так, что еще? У нас есть название у нашего товара. Подставим его опять же сюда с помощью синтаксиса двойные скобки. Итак, product name. Великолепно. Нам осталось поставить еще description. Давайте описание нашего товара подставим сюда. Опять такой же синтаксис, двойные скобки. Product description. Угу. Так, ну и кнопочка пусть будет называться «Купи меня». Ну нет. На самом деле, если я все сделал правильно, а я, по-моему, уже все сделал, мы сейчас увидим с вами две карточки на нашей стороне. Перейдем, посмотрим. Обновляем. Опа! У нас уже есть две карточки на нашем сайте. Все работает. Вот наше атласное платье 1, наше атласное платье 2. Ссылка можно купить и так далее. Сколько прошло времени? Сколько прошло времени с начала нашего занятия? Сейчас я посмотрю. 28 минут. Мы уже сделали прям основу. Уже смогли поработать с базой данных. Какое-то представление выкинули человеку. В общем, Laravel – это очень быстрая вещь, которая позволяет создавать проекты молниеносно, а главное, очень качественно. Так. Ну, что ж. На этом из основного у меня все. И если у вас есть вопросы по Laravel или еще какие-то по PHP, задавайте. Вот. И у меня будет еще небольшое послесловие, что делать и куда двигаться. Так, ну я пока жду вопросов. Я вам последние итоги подведу. Давайте. Что мы научились с вами делать? Мы с вами научились принимать запрос от пользователя, обрабатывать его в роутер, передавать в контроллер, работать с базой данных мгновенно и создавать отображение. Самое главное, что, как вы можете увидеть, работа с базой данных в Laravel настолько проста, насколько это вообще может быть. Нам, конечно же, хотелось бы создать еще корзину, детальную страницу, но это уже займет больше времени, и это мы будем делать с вами на курсе, который начнется 17 января. Что мы пройдем на этом курсе? Давайте сразу расскажу. Провалимся в него. Конечно же, мы научимся
правильно устанавливать Laravel и делать сложные роуты. Потому что сейчас, обратите внимание, мы сделали очень простой роут. У нас, может быть, там совсем другие заходы на страницу, не только главный. Там может передаваться айдишник продукта, там может передаваться название статьи, там может быть какой-нибудь HTML-запрос на страницу. Мы все это можем обрабатывать в роутах и делать очень красивые взаимодействия с контроллерами. Это мы все тоже научимся делать на нашем курсе. Работа с базой данных на самом деле тоже немного больше, чем я вам показал, потому что у нашей базы данных может быть связи, да, наши продукты могут быть связаны с брендами, наши продукты могут быть связаны с цветами, там, с количеством наших продуктов. Ну и вообще, у нас очень на нормальном сайте всегда есть много разных таблиц, клиентов, их взаимодействия и так далее, с корзины. Это мы все научимся делать. Научимся создавать свои компоненты, потому что сейчас мы с вами взяли и все в шаблон вот так впихнули. Где наш шаблон? Продукт, вот он. Но, конечно же, страницы нашего сайта сложнее, и хочется какие-то отдельные элементы, типа вот карточки и чего-то еще, вытаскивать в компоненты. Вот это все тоже можно делать с помощью шаблонизатора Blade Laravel, что позволяет очень удобно расположить свой код и с ним работать. Вот. Также мы поговорим о посредниках и провайдерах. Это очень важная вещь, потому что на них строится вся бизнес-логика, аутентификация. Наше приложение может работать не только с клиентом. Оно может вплоть запрос, например, в Центробанк за курсами валют, работать с какой-то системой лидов. И это все запрос, это все делается в посредниках и провайдерах. Конечно же, мы научимся делать админку, потому что сейчас мы с вами просто в PHP MyAdmin создали таблицу. Это не очень удобно, потому что обычный пользователь, например, ваш менеджер вашего сайта, он не программист, он не умеет пользоваться PHP MyAdmin. Ему нужна обычно нормальная админка, где он может написать описание товара, загрузить туда картинку, и все будет работать. И мы это тоже научимся делать. Вот. Ну и в конце поговорим про расширенные возможности. Что еще в конце хочется сказать? Laravel – это такая штука, с которой вас возьмут на работу с очень большой вероятностью, потому что сейчас на бэкэнд-позиции PHP-разработчика почти везде требуется Laravel. Все новые проекты на нем стартуют, а старые переписываются, потому что сейчас это действительно топ. Ну, в общем-то, и все. Я вас всех зову к себе на модуль. На курс приходите, если есть вопросы, готов ответить. Спрашивает меня Евгений Быков, популярен ли сейчас Symfony и по сравнению с Laravel? Ну, конечно, Laravel сейчас топ, опять же, я вам говорю. Но на Symfony тоже пишут приложение, он просто более сложный, более массивный, чем Laravel. Грубо говоря, если вам на Laravel, чтобы написать приложение, нужно 3-4 разработчика, на Symfony вам надо будет 8 разработчиков. Поскольку это дороже в 2 раза, то как бы Laravel как бы более популярен, да, потому что разработка на Symfony дороже, ее могут позволить себе только большие компании. Symfony до сих пор пользуется популярностью, я не буду скрывать. Symfony – это хороший фреймворк, но Laravel, конечно, это топ. А UI, к сожалению, умер на сегодняшний день, потому что UI 2 вышел очень давно, по-моему, в 2012 году, с тех пор не особо обновился, а Laravel обновляется каждый год. Конечно, насколько я слышал, вроде как должен выйти UI 3, но UI 3 уже должно выйти последние года 4, все еще не вышло. Поэтому не знаю, что будет с третьим UI, сейчас в топе Laravel. Вот, Евгений, на ваш вопрос ответил? Там, плюсик, минусик. Надеюсь, что да. Еще вопросы? Ну что ж, если вопросов нет, то мне по привычке хочется сказать, делаем лабораторную работу, как я всегда говорю у нас на занятиях. Но есть вопрос от Евгения, еще один. Если взять сравнение с Bittrex. Опять, Laravel – это фреймворк, Bittrex – это CMS. То есть Bittrex – это неповоротливая штука, которая очень многие вещи вам не дает сделать нормально. А если вы захотите в Bittrex какую-то сложную логику реализовать, это будет вообще очень большой болью. Вот. А Laravel – это все-таки фреймворк. Там вы делаете все своими руками, но он удобный очень. То есть на самом деле скорость разработки под Laravel быстрее, чем под Bittrex, если вы знаете, что куда положить и что с этим делать. Поэтому, скорее всего, приложения из-под Laravel будут лучше, чем приложения на Bittrex. Я не знаю, какая у меня там цена на курсе, если честно. Так, где она?
Здесь я обычно нашел на сайт, тут вам надо к менеджеру обычно определиться. Спросить у него, что там вам для вебинара поставили. Не знаю, Дилшот, возможно, зависит. Я вот из России зашел. Просите лучшего менеджера. Я, к сожалению, ничего не могу тут сказать. Я, на самом деле, даже тут не залогинен, да. То есть я, по-моему, под анонимным пользователем сижу. Да, меня не знает сайт, поэтому вот. О, это к нашим менеджерам. Это к нашим менеджерам. Почему там так происходит? Но, наверное, я им тоже напишу, почему так. Я прям вам сходу на этот вопрос не отвечу. Для меня это тоже секрет. Я вообще не устанавливаю цены на курс, и о них ничего не знаю, на самом деле. Даже никогда на них не смотрю, потому что, ну, мне от этой цены ничего, на самом деле, не перепадает. У меня есть своя ставка преподавателя и так далее. Вот такие вещи. Но, окей, если там есть какая-то разница и так далее. Я передам менеджеру. Как получить запись вебинара, говорит Анатолий? Классный вопрос. Наверное, вам придет ссылка после вебинара, как обычно это происходит, на его запись. Скорее всего, он появится на YouTube где-нибудь, и специалист его выложит. Я с организаторами поговорю, все вопросы передам. Запись и ценник. Вот, ну что ж. Кто хочет, присоединяйтесь к нам на курс. Всем остальным, я надеюсь, было интересно увидеть, как быстро можно делать приложение на Laravel. Это действительно быстро. Вот, я очень рад, что мы с вами провели эти 40 минут в таком большом активном темпе. Все успели сделать, и ничего у нас не поломалось. Спасибо вам большое. Всем пока.